Добро пожаловать в Штормовое, торговая площадка Морская. Бутик 61-62, надувное, пожалуйста, матрасы, круги, мечи, маски, трубки, все у нас. Заходите, игрушки, мы вас ждем, всем рады. Добро пожаловать. Также у нас есть головные уборы, очки, купальники, обувь. Так что крымская косметика. Добро пожаловать в бутик 80-81. Нам все нравится. Нам все нравится. Рынок как рынок. Все есть здесь. Так, всем здравствуйте. Мы отдыхаем вот седьмой день, нам все очень нравится. Пришли за подарочками родственникам на рынок. Рынок довольно-таки большой, в принципе, разнообразные подарки есть. Можно всем найти подарочки. Всем желаем также вечера, это будет хорошо, как мы здесь. Они в кухню поедут? Господин. А что, все есть, кому надо, покупают. Очень нравятся фрукты, они очень вкусные и свежие. И сувениры прикольные. Прикольные сувениры, если кто-то забыл панамку, самое оно, пройти мимо. Да, еще листенечек. Приглашаем всех туристов к себе в лавку. У нас восточные сладости, крымских производителей, восточный букет, Браво Чемпион, с любовью из Крыма, Аппетит Востока, Южный берег Крыма. Мы владеем полной информацией о своем товаре. Мы вас проконсультируем, расскажем про каждый товар состав, услышим ваши пожелания и подберем все, что вам надо. Мы здесь, на этом рынке, находимся уже много лет. Мы этим товаром торгуем. Ждем вас. Приглашаем. Гости. У нас есть варенье, мед, мед с орехами, халва, пастила. Рахат-лукумы разные, есть навес, есть в пачках сувенирных, чаи крымские, у нас все классно. Все нравится.
рынок устраивает просто как турист. Вот. Я приехала на праздник, я выбираю подарки всем близким. Очень все нравится. Рынок этот очень красивый, тут много чего интересного. Ходите на этот рынок, покупайте все, что хотите. Покупаем джинсы. В Москве таких я не нашла. Здесь все лучше. Спасибо. Мам, смотри, какие хорошие пижамки. Да, они прям хорошие. Можно так пройтись и выбрать что-нибудь. Давай, наверное, тебя померим, показываю твой размер. Очень-очень-очень хороший рынок. Столько ходили, много выбирали. Прям пижамы больших размеров, качество хорошее, хлопок. Сложно найти цену приемлемую. Очень рады, что нашли такой рынок. Что еще?